12 августа в городе Нинасминда части Ходжабек отметили праздник, посвященный возобновлению работы церкви Сурб-Саркис и годовщине основания села. Мероприятие началось открытием родословного древа ходжабекцев во дворе церкви Сурб-Саркис, инициатором и спонсором которого был Гай Кутулян. Բազմաթիվ խոճաբեկցիներ հեռավոր երկրներից եկել են, որպեսզի իրենց մասնակցությունը մերեն։ После на территории Сурб-Халача был открыт памятник родник Хачкар. Скульптор Арарат Карслян по инициативе Торгома Магдасяна. Ай, жим я мишче вавитян, вавитян, ми цамен. Хаугутюн аменецун. Евен токвайт. Ո Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս։ Շնորհակալություն առաջին անգամ նշվեց 1992 թվականին, այսպեհետև այս կդառնա ավանդական ամեն տարի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այս գեղեցիկ տեսավայրին, այստեղ շուտով մեկ տարի անց կամ երկու տարի անց կդառնա մի գեղեցիկ հանքստավայր։ Исполнители народных песен из Армении вместе с воспитанниками Центра культуры Нинасминды порадовали общественность и гостей Ходжабека. После чего на месте было организовано застолье.